актерские навыки, навыки актерского мастерства, вокальные навыки, которые она нам подарила, которые мы усвоили благодаря ей. Еще 10 лет назад я была самой первой ученицей у нее. Мы работали втроем. Я, Елена Игоревна и маленький магнитофон. Не та совсем классная техника, которая сейчас. Я действительно рада, что студия процветает, появляется много-много талантливых, красивых детишек. Я хочу поздравить нашу любимую студию Елену Игоревну с этим замечательным праздником. Вот Маша всегда знает, как довести меня до слез. Спасибо, Машка, что ты у меня есть. Спасибо.